Анализ эффективности работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае показал, что главный принцип МФЦ не везде выполняется. Что требуют люди? Максимального внимания, просто человеческого внимания со стороны тех, кто принимает у них документы и их консультирует. А когда их футболят, они это тоже ощущают. Решить в МФЦ свой вопрос для клиента – дело сиюминутное. Технология работы таких центров это предполагает. К тому же, сколько посетителей находятся в очередях, отслеживает электроника. Аналитика электронной очереди по всем городам отметила, что в Анапском МФЦ можно решить свой вопрос в среднем за 12 минут, а вот в Новороссийске – за 96. В Апшеронском и Успенском районах не хватает количества окон для приема заявителей. Много жалоб поступает на работу миграционной службы, где людям нередко приходится занимать очередь с 5 утра и простаивать не часами. Временно исполняющий обязанности губернатора Кубани поручил разобраться в этой злободневной проблеме. По окончанию краевого совещания глава города Сергей Сергеев поручил руководителю Анапского МФЦ Виталию Голубенко изучить положительный опыт Краснодара, где среднее время ожидания в очереди составляет всего 8 минут, и применить его на нашем курорте. Первый заместитель главы Светлана Яровая, в свою очередь, потребовала возобновить практику, за 5 дней напоминать ответственным службам о грядущем истечении срока.